А это, бля, что за звук? Всем привет, друзья, с вами канал Карабаш74, я ведущий Евгений. Извиняюсь за небольшое хриплое горло. Сразу хочу извиниться. Напился вчера холодной минералки, и что-то сегодня прям вообще горло болит сильно. Вот, ну да ладно, не будем об этом. Буду стараться пить, и вроде бы помогает. Вот, сегодня у нас на обзоре для игры Spintyrus у нас сегодня... Лиас 677. Не знаю, зачем два раза постоянно пишут. Хер его знает, к чему это, зачем это. Сразу бросается в первое впечатление. Вот знаете, я его поставил, посмотрел и ужаснулся. Я не буду вам показывать, как я ужаснулся, но... Меня, знаете, меня многие иногда спрашивают по поводу, что ты, мать его, придираешься к текстурам. Ребят, но вы же ставите, по сути, одни и те же автомобили. Просто в разной шкуре, разные обертки с разными немного показателями. Ведь вам-то главное, я так понимаю, все равно внешний вид, чтобы автобус хотя бы выглядел нормально. Но вы же не будете вот с этим пиксель-хандингом ездить. Это что, мать твою? Это что за текстура? Такое впечатление, что, знаете, ее, ну, разрешение, оно до такой степени мало, что просто пиздец какой-то. А по-другому я не могу это назвать, ей-богу, не могу назвать, потому что, ну, это ужас. Это тихий ужас и не более того. Кстати, написано Чернигов, Киев. 46-й маршрут, видимо. Ага. Ну, вроде, вроде хоть что-то на нем работает нормально. То есть это колеса, внутри сделал небольшой, как бы так, салончик. Ну, сразу скажу, без лишних заморочек он делался, соответственно, все это так. Знаете, этот автобус можно, я вот могу предложить. Этот автобус можно забрать из игры Bus Simulator 2018, по-моему, она называется. Там вот этот автобус есть, он целиком и полностью. Да я думаю, что вы к разрабам, если обратитесь, они вам дадут 3D-модельку, чтобы вы добавили ее в Spintyrus. В чем проблема-то, по большому счету? Нет, ну вот это вот убожество, это просто кошмар какой-то, тихий ужас и не более того. Внешний вид просто отвратительно. Сразу, знаете, ну, максимум на там, 1.5 балла тянет, потому что, ну, текстура это говно еще то. Заметил, если очень быстро щелкать, фары загораются по очереди. А, что за фишка? Вторая не успевает срабатывать. В общем... Как-то так. Руль в салоне крутится. Ну, хоть что-то работает, мать его. А, какой-то номер APN. Я не знаю, что это за APN. Видимо, ну, видимо, на Украине, наверное, ездит такой автобус. Я хрен его знает. Вы в описании мне все пишите. Не в описании, точнее, а в комментариях все пишите. Итак, у него присутствует... Маршрутная табличка. Вот она устанавливается сбоку. Давайте, естественно, ее затолкаем туда, маршрутную табличку. Что еще есть из аддонов? Есть пассажиры. Passengers. Челноки какие-то. Кто-то с пакетами, кто-то с ящиками. У вас реально, ну, на Украине, в Украине ездят люди с ящиками в автобусах. Ну просто у нас в России такого не встретишь, чтобы в ящиках. Для этого есть грузоперевозочные компании, которые ящики должны возить. Да, и еще один автобус мы можем взять на прицепе. Это просто здорово, знаете. Это действительно здорово, гениально, я бы даже сказал. А как можно... Немного на него. Ебать, это что за звук? Еще раз и погромче желательно. Все, подождите.
Добавлю. Но это звук зила. А это, блядь, что за звук? Какого-то галтовочного барабана, блядь, где какие-то болты лежат и... Микрофон, короче, как будто, знаете, для записи этого замечательного звука микрофон бросили в багажник, короче, закрыли. В багажник машины запорожца. Закрыли, короче, его там. И вот он там крутился и вертелся, и вот этот звук-то весь и записывался. Это замечательно, это просто супер, но пока давайте я отцеплю. Что касается внешнего вида, ну я говорю вам, все это дело-то выглядит отвратительно. Нам дают, таблички ничего не дают, пассажиры нам дают, я, кстати, не обратил внимания, емкость цистерн 500 литров, 30 ремонтных очков, 2 очка гаража. Это здорово. То есть таких надо пригнать... А, ну вот. То есть если мы притащим этот второй автобус, то мы, естественно, будем иметь в наличии 4 очка гаража. Да? Ага. Дифференциал можно залучить, да? Как под музыку. Хорошо, хорошо. Давайте я сначала развернусь, потому что иначе с... Давайте еще раз заводку послушаем. Я промолчу. Как эта коллекция звуков вообще очень сложная. Очень сложная. Поехали назад. Здесь Пашки нету, кстати. Заправляемся. 500 литров. 500 литров. Мне кажется, знаете, он как-то очень... Кстати, вид из кабины, по-моему, тут есть. Давайте попробуем его все-таки включить. Как его, сука, включить-то? Во! Есть вид из кабины, можно даже камерой покрутить, но... Я вас умоляю, смотреть на это убожество, в принципе, не стоит вообще никаких денег и ничего больше. Никакого вашего внимания. Так, зацепляем, короче, второй этот автобус и едем на бассейн. У него есть дифференциал, я врублю его. Ой-ой-ой, бляха-муха. А колеса-то, блядь. Беда. Просто беда. Мать твою. А чё с колесами-то, блядь, у него? Слушай, друг, мы здесь не влезем. Хорошо. Да. Пропал? Нет, стоит. Стоит, замечательно. Дифференциал врубаем. Мне, знаете, я всегда про это говорил и говорю, и продолжаю говорить. Мне всегда интересна логика. Создателей, мать его, создателей этих людей. Этих людей-создателей. Ну вот и чё, он даже с горы, блядь, спуститься не может. И чё я должен делать, интересно? Это беда. А второй гараж открыт.
Ну, тогда это полбеды, блядь. Вперед! Мой конь ретивый, дифференциал врубаем. Может, повышенная есть нормальная? О, нет, еще хуже поехал. Беда! На заднем автобусе там вообще, короче, все ушатано. Твою мать! Ух! Забомбил! Поворачиваем! Поворачивай! Что происходит, блядь? Я вообще не понимаю. Люди, держитесь! Это ваша последняя поездка. Ну, знаете, ехать на нем по прямой, в принципе, можно. Но любой косогор резкий, все, это беда. Он перед ком все собирает. И это печально. Знаете, его можно взять для прикола. Это фатально. Его можно взять ради прикола. Давайте в одну каску попробуем отсюда стартануть. Только без автобуса. Давайте я попробую все с него снять. И пассажиров тоже. И таблички тоже сниму. На голом автобусе поеду. Вырубаем дифференциал, пробуем с горы слететь. Ну, поприкалываться. Как вон некоторые там ролеплеи сейчас делают, да? Ну вот смотри, он в одного съехал. Съехал же, сука. А тот, видимо, что-то прям на него влияет очень плохо. Поприкалываться взять его? Да, можно. Поугарать просто. А так, знаете, не актуально. А с вами был канал Карабаш74. И я ведущий Евгений. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, ребят. Всем пока.